90 гривень, 11 доларів. Ну, не повністю суму і камеру оставили. Потому что, наверное, не полностью особо. В смысле оставили? Да. Ну, оставили нам, сказали не возвращать. А как же, она же не 4К? Ну, будет так просто. Мы вчера ходили, он то на свободке были. Я видел. Подводную снял. Но я видел то, Берденс после дождя ты выкладывал. Да, да. Это с нее? Не, это с этой, фотоаппарата. Это с этой, да. Фотоаппарата. А там мы снимали под водой на дамбе. Это, там я сегодня хочу в Фейсбуке. Кидай. Я там фотографии в Фейсбук, елку и пацанчика кину. Во, пацанчик. Волова там. А, я видел. А ну что, пройди, мне же и в бубе не дали. Я все равно имею в виду, ты посторонний, когда фотографируешь чужих. А то муж родители могут возмутиться. И будет тебе, устроить тебе танец с бубном. Ну да. Но без бубна. О, на вызов. Работа. Привыкай. А ты не хочешь в карьер? Да не. Я дома сходил. Я сейчас. Че, хочешь? Ага. Пошли. Да потому что чай пить надо. Чтобы 6 гривен не тратить. Да. И, кстати, я вчера в маяк написал, что ждите моего эффектного появления. Куда? Ну, концерт этот в 5 часов. Чтобы... Помнишь, я тебе говорю? А, что... за сколько лет, да? Да, что ждите моего эффектного появления. Я не приду, я приеду на своих двух. Как раз повод есть, хорошая погода. Хочу больше того, что начал, но не закончил. Там ты... с 2 до 4, да? В 5 часов. А. В 5, а я буду там раньше. Ты назад будешь с фонариком ехать, да? Возможно. Застой.